На главном въезде в Люберцы со стороны Октябрьского проспекта появился новый сквер. Жители и гостей округа встречает яркая стелла, посвященная 400-летию города. На открытии новой визитной карточки побывали мои коллеги. Это небольшое пространство теперь станет популярным местом для встреч, прогулок и фотосессий. Особое внимание притягивает цифра 400, установленная в честь большого юбилея города. Открытием этой стелы в Люберцах продолжили праздновать знаменательную дату. Все очень красиво, прилично, очень атмосферно. Тут будет здорово гулять, проводить время. Мне здесь очень нравится, очень уютные качели. Здесь, правда, будет здорово собраться с друзьями. Хуже всего, что это близко к дороге. Если чуть подальше, было бы интереснее. Ну, а в принципе, благоустройство, оно всегда хорошо. С открытием нового места притяжения жителей округа поздравил Владимир Волков, а заодно и узнал их мнение и пожелания. Здесь же еще будут фруктовые деревья, озеленение, разнотравие такое. Получится еще красивее. Вот фонтаны не заложили, но в другом благоустройстве заложим. Может быть, потом и реализуем. Почему нет? Если жителям нужно, в принципе, можем поставить. Гостей праздника угостили мороженым и вручили памятные подарки. Также их ждала викторина по истории Люберец. Жители узнали много интересных фактов о родном городе. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.